Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно и Маша Кахно ездили на кастинг выбирать себе достойных, роскошных мужчин. Видимо, Черно и Иосиф Оганесян в реальном времени расстались. Олеся Клочко рассталась с Никитой Шалюковым. Она объявила себя свободной девушкой и готова строить настоящие, искренние, серьезные отношения. Рома Гриценко обиделся на Лизу Триандафилиди. Он узнал, что она в Питере перед поездом сидела в кафе с бывшим участником. Лиза пообещала Роме впредь предупреждать его о своих действиях. В эфирах Лера Фрост и Захар Соленко обсуждают возможную беременность девушки. Лера подозревает, что беременна, хотя сделала 2 теста и оба были отрицательными. Захар не готов иметь детей, ему всего 22, но в итоге он принес букет на лобные и сказал Лере, что будет рядом всегда. Майя Донцова опубликовала снимки без обработки. Она советуется с подписчиками, идет ли ей этот цвет волос. Марина Африкантова и Рома Капаклы были на свидании в шикарном отеле на берегу океана. Ваня Барзиков побывал на съемках на Доме-2. Он поддерживает Никиту Кузнецову и Дарину Маркину в борьбе за квартиру, а также рассказал о том, что Илья Ебаров открыл свою кальянную. Многие отметили, что Ваня выглядит постаревшим. В недавнем эфире Влад Кадони унизил новенькую Александру Шевченко. Он высмеял большие губы девушки, сравнив их с пятой точкой обезьяны. Другие участники тоже присоединились к Кадони и сказали, что Саша хотела походить на красоток из соцсетей, но явно не дотянула до их уровня. В сети появилось случайное фото, сделанное прохожими, на котором видно, что Ольга Рапунцель действительно беременна. Ее животик видно невооруженным глазом, и дело тут явно не в лишнем весе. Настя Лисова подает в суд на журнал «Дом-2». Журналист Антон Бекужев, которого она считала своим другом, оказался подлым человеком. Он тайком звонил маме Анастасии и задавал провокационные вопросы на тему ее личной жизни. Он делал вид, что якобы Лисова дала добро на интервью. Еще одна такая выходка журналистов, и она подает в суд. Зрители засняли на телефон недавнее выступление Ольги Бузовой. На одном из кадров видно, что у нее не такая подтянутая пятая точка, как она пытается выставить ее в своем инстаграм. Ягодицы Бузовой провисают, это выглядит некрасиво и жутко. Даша Пынцирь раскрыла одну из причин того, почему отношения в ее семье не гаснут. Ее с мужем сближают пикантные фотосессии. «Одна из причин, почему мы с моим мужем будем вместе всю жизнь, это то, что я ему позирую, а он фоткает». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.